Кто из нас в детстве не мечтал стать космонавтом? Пройти все ступени к заветной мечте, с каждым годом поднимаясь все выше и выше. Именно с детства найти свой путь в космос. И когда-то произнести заветное «Поехали!». У нашей страны богатейшая космическая история. Первый космический спутник, первый полет человека в космос, первый выход человека в открытое космическое пространство. Мы всегда были и будем первыми. Ведь тяга к космосу у нас передается из поколения в поколение. В России сегодня много больших и маленьких музеев космонавтики. Дети и взрослые имеют прекрасную возможность прикоснуться к нашей истории. Увидеть, с чего начинался путь человека в космос, сколько сил, энергии и знаний было потрачено. Несмотря на то, что кто-то станет знаменитым космонавтом, а кто-то великим инженером, наши дети становятся на ступеньку ближе к своей мечте. К мечте быть ближе к космосу. А ведь пройдет не так уж много лет. Эти подростки начнут осуществлять свои мечты. Ведь сегодня у них есть для этого все возможности. В нашей стране есть все условия для обучения молодежи школьного возраста. Созданы специализированные центры, лаборатории. Будущие космические инженеры. Они уже сами конструируют и проектируют. Собирают радиоэлектронные системы. Программируют. Моделируют полет искусственных спутников Земли, осуществляют печать элементов космических систем на 3D-принтере. Посмотрите на этих ребят. Это уже самое настоящее конструкторское бюро. Пусть и маленькое, но уже такое важное для нашей страны. Роскосмос. Мы смотрим в будущее. В будущее, где каждый найдет свой путь в космос.